В то время как венгры получили третий. Тем не менее, естественно, что Хохловы и Новицкий сейчас лидеры. Они опережают венгерский дуэт почти на 5 баллов, на 4,5. А сейчас на льду чемпионы мира Албена Денкова и Максим Ставицкий. Чемпионы мира Албена Денкова и Максим Ставицкий. Танго в их исполнении. Композиция танго может отражать характер и стиль, свойственный как и бальному исполнению, так и уличным танцам. Вот то, что мы видели, это скорее, так записано в правилах, то, что мы видели, это скорее, конечно, второй вариант. Болгары славятся своей высочайшей техникой, в техническом мастерстве они превосходят практически всех сегодня. И вот сейчас очень интересно будет посмотреть их оценки за технику. И, кстати, в их активе на чемпионате мира 2005 года есть очень высокий результат, их личный рекорд в оригинальном танце 62,79 сотых балла. Это очень высокий результат. Ну, для сравнения, Яна Хохлова и Сергей Новицкий показали сумму за оригинальный танец 52,59 сотых балла. И вот очень интересно сейчас будет посмотреть, какой уровень в шагах сумели набрать болгары. В дорожке шагов по диагонали и в дорожке шагов вдоль средней линии. Наталья Леничук, она сейчас тренирует болгарский дуэт, что-то объясняла своим фигуристам.
техническую оценку. Мы сейчас мы с вами видим, что это технические элементы. 6 технических элементов. 27,2. Вы знаете, не густо, что называется. Да. Конечно, это пока лучшая сумма, но вот видно, что недовольна этими баллами. Наталья Леничук 56,56 балла. Они, естественно, пока первые. Ну вот вы знаете, им за шаги дали третий уровень за одну и вторую дорожку. Четвертый уровень у них за поддержку. А вот вращение арбитры дали лишь первый уровень. Вот с этим связаны какие-то серьезные ошибки они увидели. И лишь первый